Друзья, всем привет! Приехали сегодня вот в такой беглик-таж. Что-то здесь связано с камнями. Мы просто в интернете посмотрели, что красивое место, и решили сюда приехать. Что? Мама, а мне удобно здесь ходить? Да. А что тут стоит? Беглитаж, рабочее время, такса за вход. Возрастная. Ну, сейчас, наверное, бесплатно. Май, июль, август. А сейчас в сентябре до 6:30, и в итоге сейчас все бесплатно. Сентябрь. Да? Ну, посмотрим, в принципе, вот на тебя два лева. Вот, Аньску Мадрай, это километр. Так что сегодня гуляем. Да? В принципе, если там надо будет платить, это 4 лева на нас троим. Ну, это не важно. Самое главное посмотреть это место. Мы, кстати, только в Google зашли. Сначала поехали изначально в село Маринка. Ну, Маринка нам не зашла. Мы даже не захотели по ней погулять. Потому что как-то все там непонятно. Даже там как-то центра нету, где на машине встать можно. Только дома. И, в принципе, мы решили, что мы поедем дальше. И нашли вот это местечко. Тимоха, ты в лесу? Ты по деревням все время, да? А тут ты в лесу. Машину мы поставили вон там, сзади. Ника, догоняй. И идем сейчас пешком. Свежий воздух. Кстати, грибы растут. Кто-то снял. Ну, надо ориентироваться, видишь, дерево. Рисую. Это вот по этим... Да, надо ориентироваться. Красиво. Смотри, гриб такой, смотри. Я не разбираюсь в грибах. Смотри, я даже не разбираюсь в грибах, но он очень интересно выглядит, да? Я кроме белого гриба ничего не знаю. Смотри, какой он интересный. Вот. Это, наверное, все-таки несъедобный. Только в том, что у нас комплекс рост, и он сейчас. Сейчас же как раз такое время, что грибы растут. Может, мы и гриб найдем, который мы себе собираем. Да, сейчас белый гриб найдем. Белый гриб-то мы знаем. Все как насобираем. Ты же взяла у нас мешочки. Где, кто, чего? Ну, тоже люди пошли. Все идут гулять. Не, ну место, конечно, классное, да? Я бы так хотела подкорректироваться, если мы забудем. Да. Где твой компас? А, Сережа, вон, видишь, я на кнопку, здесь этот мох. Угу. Так видишь, сколько моха на этой стороне именно? Мухор. Мух. Да? Мухор? Или мыхор? Как ты мухор сказала же, да, на волгацком? А, что? Мыхыт. 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 Это она одну эту сторону, я вижу, больше. Да, я так вижу. Ориентируйся домой, что ли, идти? Нет, потому что из этой стороны, видишь? Одна сторона, потом ты начала ориентироваться на крупной стороне. И как ты ориентируешься? Как ты ориентируешься? Юг, это север. Как пахнет здесь? Юг, о, какой запах здесь. Такой чистый воздух. А, мухор, это же пенис. Да? Вроде бы, или нет?
Это значит, мы в сторону леса идем. Это значит запах. Да? Запах. Такие же еще классные, да? Вот у нас сегодня будет прогулка. Да? Не только посела. Что? Не только посела. Посмотрите. Ну да, не только поселам ходить. Или сейчас, скорее всего, будет бесплатно. Сезон, когда туристы приезжают. А? Ну да. Ага. Классно же. И ориентируемся по этим знакам, да? Ты что разыкалась? Кто тебя вспомнил? Замерзла, что ли? Нет. Папа тебя вспомнил. И сейчас прекрати, знаешь, папа тебя вспомнил. Вот уже первый камень увидели. Очень интересно, да? Делай красочные эти фотографии. Чтоб натурально выглядело это. Я делаю красивые, они натурально. Увидели первые камни. Большие камни. Девочки, смотрите, какие камни. Вот это интересно. Да? Классно. Машина осторожно. Ой, не нюхай это. Не упади, они скользкие, это трава скользкая, да? Пойдем. Как называется? Мхат. Мхат. Запомнила. Вон там дальше еще камни, смотрите. Вот это да. Вот еще. Может это остатки великана-то из камней сделаны. Не, ну смотрите, да? Где ты такие камни большие увидишь? Как будто в поход пошли, девчонки. А, девчонки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, доходим еще до нашего знака. Скоро будем на месте, да? Сейчас увидишь, что там сзади зеленое. Тимоша. Тим. Иди давай. Парковка. Да, могли бы до туда. Ну ничего, мы пешком пройдемся, да? Мы же первый раз здесь. Да, мы приехали в Приморское. Море там, конечно, такие волны. Сейчас проезжали. Дорожка, конечно, узкая такая. Две машины еле-еле разъезжаются. Еще один наш знак. Дерево. Почти. Уже 1.5 километра прошли. Здесь тоже большая парковка. Ну, пойдемте. Дошли мы. Смотри, как красиво здесь на фотографии. Это солнце через это светит. Тима. Это, конечно, вау.
Да? Класс. Такое не увидишь каждый день, да? Он чуть не съел. И хорошо, смотри, как погодка как изменилась это. Мы ехали там, смотри, как было. Тучки. А? Да? Солнышко, это солнышко для нас. Мы сегодня правильный это, день. Как? Да, правильный день выбрали. Класс. Все так фотографии, красиво здесь. Я не делала, это просто цуфаль. Вот так как она выглядит, цуфаль просто. Угу. Классно, да, здесь вообще? Красота. Такие камни. Так, начну. Мы против этого камушка такие маленькие. Да? Ты пофотографируй, да, эти камни? Мы сейчас обойдем, посмотрим. Вообще. Походим по камням. Ого, смотрите на этот камень. Все, да? Так не так как необычно выглядит. Они такие большие камни. Вот это природа, да? А? Куда внутрь? Ты можешь туда же залезть и полежать. Вот этот туда так встать и держать, как будто ты этот весь камень держишь. Классно, да? Красотень. И солнышко еще нам. За что мы благодарим? За солнышко. Что дорога сюда была такая дождливая. Вообще, да? Ты не будешь больше фотографировать? Ну, потом буду еще. Когда найду, что-то интересное. Смотри, какие лучи. И я упаду отсюда. Ну, пойдешь, что потом. Потихонечку только. Я сюда хочу вылезти. Потихоньку, да? Смотри, как эти. Ты такая маленькая против этого камня. Алло, мне бить. Классно, да? Хорошо. Вообще, конечно. Пойдем, вставай. Пойдем. Ой, Тимоха, а ты что здесь один? Тимошка, барбошка. Селина там что-то фотографирует, да, и ты стоишь. Ника, закрой мою сумочку. Пожалуйста. Ну подожди, иду. Что ты там нашла? Фотку? О, видишь? А, тиктокеры? Нет, тиктокеры не
Красота какая! Же в сравнении с моряками, не насколько ты маленькая. Классно, да, Зайк? И солнышко такое. Такой ветерок. Пойдем, Зайк. Смотри, как слоник как будто стоит. Такое ощущение, да? Нет, тебе не кажется? Одиноко мой ребеночек сидит тут на камушках. Иди. Селина, идем. Смотри, как здесь красиво. Да? Дай ей его, Селина. Не найн, а дай. Вот, баба Марта. Подождите, люди фотографируются. Сейчас будет. Ты осторожно так по камням, когда ходишь с ним. Осторожненько. Смотри, смотри, камень как. Уть. Классно, да? Вот это, конечно, природа. Супер. Супер, супер, супер. Давай спускайся. Если летом приезжаешь. Угу. Это знаешь, почему они собирают денежку, чтобы тут траву убирать? Не что ж тут приходит, чистят все. Селина, идешь? Ох, то ребенка стоит часто ждать надо, а? Селина, идем, давай. Траву ест? Или это лук, или что? Тима, аккуратно, аккуратно. Ну он же прыгает, что ты? Пусти его прыгнуть. Он же знает, куда я прыгать ему. Красота. Да? Деревья какие. Ты монетки оставила или потеряла и кинула? Ну, может быть, загадывать желание. Да, там валила и 20, и 10. Ну, вот еще. Я же тебе говорю, загадывают, видишь, записки загадывают желание, наверное. Скорее всего, наверное, это такое место, которое вот так желание загадывает. А наше желание посещать красивые места, и оно у нас сбывается. Прямо на этом месте, да? Иди с ним вперед, чтобы я могла нормально идти. Да, неописуемая красота. Вон наша блогерша. Блогерша сидит.
повезло нам с погодой, да? Хотя мы думали, что такое не будет. Селиночка, пойдем. Все, люди не хотят. Как? Вот тоже еще камни. Угу. Дед спортом занимается, давай. Да, необычное место, да? Много здесь гуляют, да? Да, прям послабее, если найти не остаться, когда приходят. Классно, да, вот когда листья так падают, все красочно, красиво. Вот еще один наш знак. Дерево какое старое тоже. Там еще камни. В куртку посмотрю. Чуть-чуть дорога натоптана. Кто-то ходит. Ты тоже ходил туда? Дорожка какая, да? Тимоша! Он то туда, то сюда, да? Назад будет ехать, спать будет. Еще камни. Осторожно. А? Так, подожди, можно и здесь спуститься. Вон наш знак. Значит, правильно идем. Ну там же стоят, сколько там километров было круг? 1,2 километра, да, да. Тут, наверное, больше будет. Вот еще смотри, какой камень. Красота. А грибочки есть? Да. Должны же быть, да, грибочки? Да, посмотрим. Может, один грибочек найдем. О, смотри, столько зашла, уже один увидела. Это что за... Это не гриб.
она была, да? Угу. Надо вглубь леса идти. Под грибочки найти. Не видно здесь, да, грибочек? Они же могут прятаться. Ты же можешь Тимошку здесь немножко отпустить? Как он отпустит? Най, чтобы он побегал. Най. Что Най? Куда он и денется? А? Не здесь. Какая красота здесь, да? Так тихо, спокойно. Ой, тут какой-то старенький домик, да? Да, ладно. Еще один камень, даже три камня. Это ой, это же мы на фотографиях видели. Так, нам туда идти или сюда? Скала Казань, да где? Орешки какие-то. Какая-то скала туда, значит, идти, да? Или? 10 минут туда идти. Куда, туда или туда? Нам вообще туда. Это просто уже другое. Скала Казань. Это мы вообще-то сейчас туда 10 минут будем идти. Потом еще дольше мы еще... И что? Ты куда-то торопишься? Ты куда-то торопишься? Вот это я на фотографиях видела. А, видишь, что зеленым обозначено? Это значит, это на скалу идти. Ну, а мы шли на синий. А это на синий, если ты по низу пойдешь. Если мы по камням эти, которые мы хотели камни смотреть. Тут же, наверное, камни эти не закончились. А тут это скала. Давай на скалу пойдем. Давайте на скалу посмотрим. Камни что-то. Что, видишь, это зеленое, значит, это сюда обозначено. А туда сзади уже идти. Да они идут. Значит, сюда идем. Видишь, дорожка есть. А? На деревьях же сделали? Вода. Это водопад. Вау, пошли на водопад. Идем на подкаст, что водопад был. Да? Нет, мы не покупаемся. Слышишь воду, да? Да, идем. Это не может быть, что это машина. Да это не машина, это вода. Слышно же, что вода. Убирай колючку, чтоб она вылетела. Тем сложнее тут ходить, мне как бы хотела. Пусть. 10 минут до скалы идти, да? Да. Ну, идем. Да, за 10 минут мы дойдем. Видишь, тут зеленое, белое обозначено. Куда нам идти? А? Кому интересно это посмотреть, то ходит. Мне лично интересно. Так. Мы правильно. Вот дорожка же. Ты же видишь дорожку? Ну, зеленая, вот. Вон зеленая. Ты ромашки сечу. Любит, не любит. Нет, мы их ели. А зачем вы их ели? Не знаю.
Вот вы даете ромашки. Мне кажется, это удобная мелкая. Я сразу поговорю, что ромашки нужно иметь. Ну, чай же пьете с ромашки? Жарко стало. Зеленая тропиночка. Фух. Мы все выше и выше поднимаемся. О, мне бы тяжело бы здесь подниматься было. Колючки, да? Ника, осторожно, как колючие. А? Так, дорожка, дорожка. Ну да. Папа, на всю жизнь. На всю жизнь запомнила крапиву. Папа, это страшно такое. А я это не знаю, что такое. Потрогай. Потрогай крапиву. Потом возьму. Пусть попьет. Что? Ага. Вот она дорожка. Тут, кстати, написано было осторожно, могут быть и змеи. Да. 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 Там стояло так. Куда идем? Я тоже застряла, кстати. Да, слышу, давай. Идем. Что такое? Колючки? Давай, давай, зайка. Вперед. Пока Тимоха идет, и мы идем. Сколько нам еще 5 минут? Да. 60 метров осталось. Это нам еще 30 минут еще туда 1 километр идти. И что? И что? Как мы и пришли? 40 минут залив Святой Парад. Что? Парад. Параскева. Залив. Давай, пошли. Дай. А воду слышно. Так, мы правильно идем? Я тут первого хейта больше не вижу. Походу мы дошли, может быть. Нет. А где? Канизайн. Где мы пропустили? Вот зеленая была. Подожди, там. Подожди. Моменту. Ну, тропинка-то сюда идет. Больше-то никуда она не идет. Вот зеленая штука. Вот она, значит, мы правильно пошли. На индосканный дизайн, тут где-то что-то должно быть. Тоже здесь какая-то. Ну, не знаю, правильно мы дошли или нет, но, по крайней мере, тут одни камни, 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 камни. До самого низа, мне кажется, камни, камни, камни. Может, мы просто на этой скале сейчас и стоим? Ну, может быть. Это какие-то не замечаю. Потому что тут... А? Что, пойдемте туда на обратно? А что мы тогда воду не видим, не слышим? Не видим, то есть. Ну, ну-ка, я сейчас тут посмотрю. А, тут не пройдешь, тут колючки одни. Я тут одни колючки.
Давай, иди. Ну да. И не дошли, но ничего не нашли. Да. Непонятно, какая скала была, да? Вот интересно, кто там сидит? Сверху. Так, идем теперь по какому? А смотри, а что это бело-черные? Это мы оттуда пришли. Обозначение. Теперь идем по синему. Вниз. Ну давайте. Тимоха, ты нас веди, вот ты же у нас синий. Бывает, как будто говорили, 30 минут. Потому что этот куб. Угу. Я надеюсь, что мы обойдем это все, не надо будет это все назад ворачиваться. А? Это там еще один сидит. Ну, они классно придумали с этими обозначениями, да? То можно и потеряться в лесу. Ну, только потеряться. Я остаться. А? Можно остаться. И жить навсегда в лесу. Ты хочешь жить все? Нет, я хочу остаться. Угу. А? Чего? Я не буду тебя тащить, Зая. Спускайся сама. Пройди. Да, дорожка длинная, да? Же листочки. Видишь, они спускаются или назад уже идут? Или это будет... Ой, ё-моё. Если там сейчас будет эта гора стоять. Да, она и стоит. Скала, да, 300 метров. 10 минут. Не, ну, скала хватило. О, смотри, как красиво. О. И вон, смотри, какое место. Пойдем туда. Смотри, какие камни. Пойдем туда, пройдем. Смотри, как красиво. Вау. Девчонки, как красиво здесь. Может, это была скала? Тут-то все одинаково выглядит. Ему надо на самый верх. Вау. Осторожно только здесь, да? Вау. Классно, да, здесь? Смотри, как камушки стелят. Тут кто-то, наверное, из людей положил. Что? Это высоко? Нет, низко. Не подходи туда. Уйди.
И с собакой тоже. Что? Ножка болит? Вон, смотрите, камушки тоже. Это свадьба зайца живет. Это будет через 20 лет твоя свадьба. Через 20 лет? Что-то ты как-то ее поздно. Что? Ей 31 будет. Поздно ты ее замуж отдаешь. Раньше. А ты вот как? Так, пойдемте дальше. Классное местечко. Знаешь, что плохое? Что? Вот мы все не забыли. Да. Но уже поздно. Ну, пусть она еще будет. Ох, мы сегодня набегаем наши эти шриты. Будем нажать и все. Ага. Носки сделаем, будем открывать. А этот сразу пойдет, попьет водички и... Спать. Каут. Спать. Да, каут. Ай, так. А ты посмотри назад, дорога, есть эти штучки нарисованные? Я думаю, что нет, да? Значит, мы идем правильно. Как бы они назад тоже дорогу. Вроде бы Катя заставила, что круг можно сделать. Ну да. Эти посильные. Видишь, там нарисовано уже. Ой, думаю, это круг. Или нет? Мы вот так дойдем, почти до финиша. Ой, мы устали, пойдем назад. А потом замечаем, что это финиш. Вот стырки. Ну да. Видишь, назад нету это. Вот тут только. Ага, значит, там будет финиш. Где-то. Где? Вы слышите воду? Это не вода. Это ведь. И волны. Вот мне надо на волны посмотреть. Волны — это волны. Хотя просто мне кажется, может быть, это не волны, а просто дальний ветер. Перемотай! Сейчас у меня будет связь не ходить. Просто странно, что люди назад идут. Может, они на другую сторону пошли? Не знаю. Классно выглядит. Там дорога и море. Я море вижу где-то. Смотри, как красиво. Подожди. Хочешь сфотографировать? Смотри, это местечко какое красивое. Блин. Ой, бульдозер. Смотри, как красиво сделали. Камушек на камушек. Сейчас, когда мы придем, Тима, мы вот там место сделаем, зайдем в фабрику. Ну да. Сейчас мне это сказала, камушек на камушек, а мне теперь я пополюшку. А я пополюшку приду к тебе. Ну классно, смотрите, да? Необычно выглядит. Что, устали уже? Ничего, давайте сейчас откроется второе дыхание, вон уже шильд висит. Давайте, давайте. Вперед. Шагом марш.
А что как-то непонятно? Тут синяя, тут синяя, тут синяя. Так мы же идем по синему. Вот синяя. Там еще одна дорожка. Ага. Это, наверное, та дорожка, которую мы должны были спуститься. Оттуда, с этой скалы. Нам точно не туда. Залив Зига. Залив Зига. Залив, это знаешь что? Ну вот, этот залив же и был, который мы туда шли сверху, где эта скала была. Стояла. Синим обозначено здесь? Тут никакой цвет нету. Там шрица, никакого цвета нет. Тут просто сейчас мы к этому заливу придем и все. А залив, знаешь, это что? Thank you.